Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня будет очень модный розыгрыш, и разыграю я своего парня. Вы, кстати, давно не знали и не слышали его ни разу, но вот услышите его голос. Вот, сейчас, короче, малой пока спит, у меня здесь такой полный разгром немножечко на фоне, да, и малой пока спит, я его накормила, положила спать, в общем, хочу позвонить любимому и сделать розыгрыш алфавитом. Посмотрим, что из этого выйдет. Звонить буду, короче, на телефон сразу, потому что вряд ли связь, чтобы связь, короче, не тупила. Итак, поехали. Я должна, короче, все по алфавиту говорить. Я так нервничаю. Сейчас на громко включу. Сначала поздороваюсь, короче, потом начну же. Ой, страшно так. Надеюсь, слышно будет. Алло. Баровцес. Всегда, я же люблю этот, как его называют? Господи, что ты такое говоришь? Дорогой, еле-еле сына уложила. Ё-моё, проснулся. Жалко. Зай. И чё? Как дела? Ладно, сына проснулся, надо его погонять. Ч-ч-ч-ч-ч. Тимой сына, сейчас дам тру... Да, на сосу. Сосу на. Мама с ним... Мама тут с папой разговаривает. Ой, ты моя жая. Можешь говорить. Нечего сказать? О чем хочешь поговорить? По сути. Расскажи что-нибудь. Стесняешься? Например, у меня все хорошо. Фантазия у меня хорошая. Хочешь что-нибудь сказать? Цыгане видел? Честно? Честно? Честно. Я цыган один должен денег, короче. Шутишь? Шутишь? На полном серьезе. Сейчас что-то скажу тебе. Что?
это я так смеюсь. Юмор у меня такой. Слышь, я понял, тебя когда отпустят, позвони мне тогда, хорошо? Я тебе сейчас звоню. Ты неадекватная. Да все нормально со мной, Кисуль. А чё это я неадекватная? Я что-то не заметил. Ну просто общалась там с тобой, как бы. Чё у тебя? Со мной не просто общалась. Не просто, а как? Лежу прям, да? Не хожу по дурдому, не сижу в дурдоме, а лежу. Такая у меня последняя стадия дурки. Да не, просто сына отвлекал, как бы, и я что-то это тормозила. Ну ты же знаешь, я когда отвлекаюсь на что-нибудь, особенно в видео, когда монтирую что-то, я торможу. Фантазия у тебя хорошая, да, там все эти моменты. Ну да, фантазия хорошая. Это я так сказала? Это я, короче. Ясно. Ладно, Кис, что, давай попозже созвонимся, да? Что, да? Мне для этого позвонил. Не, ну я позвонила, так. Поболтай с тобой, мы же поболтали уже. Или... Про цыгане, да? Про цыгане, да я не знаю, что мне в голову пришло, цыгане. Цыгане. Ну, это же все, в принципе, в порядке. Мне почему-то в голову, да, пришли цыгане, я решила спросить тебя, вдруг ты сегодня видел цыгане каких-нибудь? Не, может, по телеку там. Видишь, ты какая? Подожди, ты знаешь, я пока разговаривала с тобой вот все это время, я вообще забыла, что разговаривала, короче, и что я тебе говорила. А что я тебе говорила? Подожди, что-то я какой-то тормоз. Ты здорова вообще? Ну да, здорова. Мы же сегодня созванивались с тобой уже. Вроде нормально общалась. Опять сынуля проснулся. Сынуля? Кисуль, сынуля у нас что-то не хочет спать. Мама, мама, вот она с Сосей. Синий Сосей дает. Ой, все, он спит. Ладно, Кис, все, давай. Чао, какао, я пошел, у меня дела. Все, давай, целую. Пока. Вообще, короче, я пока... Боже мой, у меня, глянь, и волосы на этом, на микрофоне. Я надеюсь, что нормально все получилось. Короче, я что-то растерялась, и у меня, короче, полный какой-то билибердос в голове был вообще. Это, на самом деле, очень интересная тема, даже просто как игра какая-то. Ну, просто вот поговорить там с человеком и должен придумывать что-то. Ну, короче, блин, это сложно. Я надеюсь, я справилась с задачей. В общем, как вам понравилось, не понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. В общем, я вообще все забыла, я сама готова пересмотреть все это, потому что это было очень интересно. Ладно, дорогие мои, жду ваших комментариев. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Я с вами прощаюсь, увидимся в следующем видео. Пока-пока. Ой, не моя. Oh my God.